В Колпашевской городской прокуратуре с 21 по 25 марта с 14 до 15 часов состоится горячая линия, посвященная вопросам соблюдения прав заемщиков банков и иных кредитных организаций. По телефону 5-25-58 граждане смогут сообщить о любых фактах нарушения закона в указанной сфере и получить необходимую правовую консультацию. Поступившие обращения будут рассмотрены в установленные законом сроки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.